Он полетело. Ебать, у нас клип прямо. А, да, засветка идет на 9 часов где-то. Мы еще не поравнялись. О, пуля пролетела. Да, там. Вон на 10-10 где-то уже трассеры летают. Ой, пулемет с нашего направления долбит. Почему там пулемет какой-то, не понял. Красота какая, слушай. Это Зуха, Зуха, она прямо по курсу. Есть, есть контакт, человек на 220, поле. Наш может быть. Пулемет-то, наш, МГшка. Кто, наш стреляет или нет? Это ГФГ наш бьет. А враги-то, значит, вон они. Слева. Зуху. Поэтому можно отрабатывать по пулемету. Я вижу, пехота ушла вот сейчас на 200. Это наши, наши, это ФГ 42 и МГ 34-40. Я не пойму, стреляет, это наш, хочешь сказать, бьет? Да, это а, наш. Это я не понял, что они там делают только. А вот сейчас по ним бьет самолет. Красный. Давайте мы туда не будем ходить. Давай обойдем. Вообще мы где? Я не пойму. У нас слева. Сейчас дам метку. Точку примерно там, там кто-то ставил наш. Там на 150. Прайс ставил метку. Очень странно, очень. И не, точка это мы, хочешь сказать? Нет, сейчас дам. Где-то в низине, а севернее. Вот, я дал, дал примерно. Да, вот. Да я вообще не понимаю, что там люди делают. Может это какие-то рандомщики? Ну сейчас туда соваться бессмысленно, эту зону палят уже. Да. Блин, они все нормально. У нас бинокля нет? Есть у меня бинокль. Есть бинокль, а толк, потому что отсюда там, видим что. На 150 человек. Давайте пойдем. 150? Ну там прожектор, кстати, да, там, там дым, палатки, дым, дым, палатка. Там самолет стоит, да. Вот где дым, там самолет стоит. Вся проблема в том, что эту зону все... Спалили. Так уже спалили, да. Слушай, ну давай проходить потихоньку. Куда? Может отойдем? А, значит у да. нас на 145 это наша точка. Ну давайте первоначальный план с Доника с того направления уже. Оно хреновое, да, но конечно, оно еще не спалено. Оттуда заходили. Что-то взрывают. А я имею в виду со стороны ромбика синего, где разветвление идет. Так, вот, так, 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 стоп, 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 пулеметную точку определяю. Ага. Они определил, на 150 точно находится. Меня на 150, там походу пулеметная точка конкретно. Ее находится. Отсюда видно. Я могу... В бинокль. Нет, нет, только в бинокль. Может мы ползком отсюда тема? Туда пройдем? Да, да, я думаю, есть тема. Такая. Не так просто. Не так просто не увидят. Движение ползком они точно не увидят. Они... Прямо на свете стоит. Давайте, может, прямо по левой стороне свете. Там хотя бы темно. Вон он долбит, понятно. Я его точно вот, определил. Можно я пойду тут... туда на смерть, потому что не хочу я с такой фигней играть, с темной. Давай это самое, давай продвигаться, еще поближе подойдем. Да, пошли вперед потихоньку. Только... Они пока их палят, они там все отвлеклись. А мы, нас не видим. Тут опасно, кстати, говорить. Пока на нормал перешел, крик уже не... Ракеты уже кидают. Кстати, холмик, он нормально нас накроет. О, прожектор увели отсюда, хорошо. Кому темно, 145 азимут движение. Подходим впереди окопа. Метров 60, может быть 80. Вот куда трассеры летят, туда. Давай, пошли.
Мальчик, есть здесь? Только мы здесь не залезем, здесь ограда, колючка. Вот. Здесь колючая проволока с нашего направления. Вижу тебя, нифига. А. Как поняли? Ой. Можно открывать? А, не необходимо. Близко не открывается. Нападает по руке. На подавление точно огонь не надо. Они открывают. Чисто убить. Подойдут. Он уже близко наш. Слышит кто-нибудь? Кого?
Эх. Гранатами живой. Чуть выше взял, от бедра стрелял. А, убило? Да. До этого пулемет еще ранил, меня ноги сломал, как-то я кровь не потекла. Странно. Вы зушку передвинули? Она меня, ну, она меня, знаешь, сколько раз сломала? Она, понимаешь, я ее тащу, я нахожусь под ней, я ее ставлю, она падает на меня. Я это сделал 3 раза. Потому что 2 раза нес, а потом 1 раз я, знаешь, типа устал, и ты сам роняешь ее. Понятно. Ну, она тяжелая. Уф. Ну что, убил кого, нет? Да, там много убил. Да, я просто никого не вижу, мне еще сплудят меня с тем, что свои за зоны бегают, короче, по ним стреляют все. Короче, как? Вы куда стреляли все, не понимаю. Да, я тоже не понимаю. Что-то все стреляют куда-то наверх, блин, не целясь, по-моему. Пулеметы стреляют, с винтовок да, стреляют. Да, я тоже смотрю. Вы со своих пушек стреляете пулемет. Просто так наугад. Ну да, я наугад стрелял просто. Так там никого не было. Ну какая разница? Причем, я знаю, что заметил, я сажусь за прожектор, передвигаю его левее. О, Иванчик понял прикол. Иванчик понял прикол, я ему. Ну, куда он сел? Самолет? Да, на пушку самолета. А-а-а. Блин, эти прицелы сами реальные, надо как-то сделать менее тонкие. Возможно сделать тебе потоньше, Паш? А, большие толстые. Большие толстые щитные желтые, да, я понял, о чем я с вами говорил. Я стрелял от бедра, понимаешь? Я всю игру стрелял от бедра. Они еще пришли ко мне, чтобы оборонять мое тело. У нас просто поступила инфа, а идея, что Аздоник пойдет захватывать оружие. Он так и не хотел сделать. Своё любимое. А куда они вообще ушли на них?
Я не знаю, они нам все испортили. Прайс там с этой группы, они постреляли с нашего направления, откуда мы должны были наступать, вести атаку. А, и, короче, у вас там не было такого, что типа основания хотела бы захватить наши? Было. Да, ну я понял, я сразу его передвинул. О, все, у меня Махно. Нет, это плохо. Махно вообще раньше валялся. Да, я знаю, он кричал типа. Я смотрю, я понял, что человек на намотало что-то на эту штуку. Нет, меня непонятно вообще кто убил. Как пулемет? Тебя убил самолет. Не, не может быть. Меня, по-моему, убил, знаешь кто? Форд. Он просто тупо стоял прямо, я в него стреляю и хоть бы. Да, это Форд, слушай, если он стоит, ничего не боится, то. Понимаешь, Алифрон. Он же с Алифрон, так, где его У него Мосинка, которая горохом бьет. Так он просто, он же в Алифроне, привык сразу стрелять, все опытно уже просто. Ой, Махно, ясно. Сразу сдох. Там осталось-то их вообще, а мне кто-то сзади свой что ли срачил по мне. Тебе стрелять все. Да, с пулемета. Я там перечил. Я перекатами там это уходил. Кстати, вроде раз. Успокоился. Они обходили. Паша, они обходили. Ну это я погорел. Я просто ваша. Ничего не видел, у меня еще пулемет слепил. Я уже так просто стрелял. Я вообще близко подошел, просто не знал, где там обходить. Да, я тоже близко подошел, меня гранатами закидали. Я не понял, свои, я зашел уже, не понял. Я подумал, вас убили всех, пока вот оползли. Паша, ну что, это кто походил по западу у вас или нет, этот газоник? Всякие... Газдоник, ну, по западу, да, пойдем. Я, по западу. Я даже так сразу не рисовал себе, что они пойдут по западу и вот зайдут отсюда. Я их говорил, чуть долго идти, но это ж Газдоник. Ну, они хотели пойти по востоку, но оказались на западе. Как я понимаю, Каткадыч тут нет. А он нет. Каткадыч был за зоной. И получается по нему стреляли все. Он, знаешь, что он делал? Он ломал плажек это нам, чтобы по нему не стреляли. Понятно. То есть у нас идеально было, что у нас только все ломали свои. Сколько он это стало до конца? А где ну, я не вдух. Я, кстати, ну, когда-то еще видел, ограничения по времени. Стрелял по нему уже. Потом уже начал стрелять, когда уже что-то непонятно начало происходить. Сейчас уже развязка будет. Блин, что так это? Аудитория, чтобы я решил вступить. Ну, а ее сдвинули. А Спитер хитрый оказался, он пушку двигал. Да. А что делают... И кто это вообще? Аздоники, аздоники. Они хотели, понимаешь, забрать пушку. А чё с ребятами, да? Что с этими ребятами происходит? У них... Репит, им дали по зубам, они решили с другой стороны пойти. Стоят бинокль, смотрят. Паш, может как-нибудь на них ГБУшку скинуть? И он еще будет говорить про мои обходные маневры и втыкания долгие? Да, да. Там уже вся война закончилась. Ну да. Я пушку еще внутрь затащил, но уже атака пошла. Ты хотел загрузить самолет? Нет, я хотел поставить ее прямо за самолетом там. А... Чтобы как с меня еще прикрытия были с юга. ДП валяется. Вообще у меня была еще идея засунуть эту пушку на охотничью вышку, но я думал, что-то как-то не получится это сделать. Кто пулемет возле пушки потерял? Не знаю. Тела так валяются. Чудо природы. Пушка парит. Молоко. От земли. Нет, это специальная магнитная технология на ней, знаешь, можно как на хаббардборде передвигаться. Она держится на одном трупе. Ты знаешь, как этот хаббардборд только еще стреляет по тебе. Ну вот, мы для Аздоника сделали отвлечение внимания. И где Аздоник? Там не просто отвлечение, там война целая была. Да, война, и мы кучу народу положили. Бегал в этих своих елках, я по нему сколько раз уже ничего не стрелял. Потом уже смотрю, чего без свой. Не, Паш, надо было их выкашивать еще на поле. Говорю, используйте прожекторы. Ну, поначалу использовали, а потом кто использовали, подохли. А Пурпу и Рексар, не знаю, как на территорию проник? Или боятся? Они стоят вместе, чтобы не пошел. Ну а тут как проникать? Только через это. Через. Да, через. Я пытался там перешагнуть. Не получилось перешагнуть. Нет, да? Нет.
Может быть, там как-то повернуться надо было хитро, но не было уже времени. Со сломанными ногами выйти. Ну, я ноги сломал пулемет. Реально, очень странно. Пулемет мне стреляет дофига. И сломал мне только ногу. Точки просто не выключил. Да, да, реально телепотнулся, блин, надо. Я залью этот видосик. Я на прошлой миссии очень долго втыкал, думаю, что я бежать не могу, меня телепортируют. Оказалось, я не в ту сторону бежал. За карту. Казалось, читы спидраны на тебя свои используют. Блин, ну плохо знаешь, что у этой фигни, как у этой, у Мосинки снайперской, у нее, когда включаешь прицел второстепенно, у тебя что-то непонятное происходит. Как бы ты смотришь через прицел, при этом сзади не бой, прицел вообще непонятный, серый. Я сейчас пугался и решил не стрелять, по-моему. Решил убежать. Ты про пушку? Я про прошлую миссию. А позапрошлую или прошлую? А что там? Снайперская винтовка? Ну, у снайперской винтовки, когда переключаешься за... Ну, на слэш, короче, второй прицел. У него... Там есть второй прицел? Лучше бы его не было. Да, понятно. Что это за команда на юге? Почему это далеко? Это те, кто, знаешь, как бы... Тимлиды. Кстати, я их и ждал реально. Как там, команда А или как она там называется? Бравы. Да-да-да, команда А. Я, кстати, реально, я луки смотрел все время. Ну, пойдет. Ё-моё, чё у меня зуник не отображал? Что-то Пурпулу плохо стало. А он же что, живой что ли еще? Пурпул. Живой еще. Вообще не. А там типа 180 градусов, да, пушка? Ну, в смысле, 360. Ну. По сути, возможно. Что такое? Елочку взорвали. Блин, ну никто не пользуется дымами, реально. Вот просто тупо кинул перед ним. Он просто... Азонь такой, где моя пушка? Азонь такой ищет свою пушку. Куда ее дели? Ничего себе, они там еще бинокль что-то осматривают. Я не знаю, но походу дофига времени. Все время смотрел в те елки, ждал, пока придет Азонь, потому что я думал, они придут именно с тех елок. Сетку взрывать не вариант. Она не взрывает. Пока... У нас заминка. Какую следующую миссию включать? Все говорят, нормально. Какую нормально? Нормальную миссию включи, Паш, какую-нибудь. Я не знаю, две нормальная. О, Лализад. Нормально. Одна из моих любимых, потому что у нас парашютом прыгать. Все миссии, где у нас прыгать с парашютом, мои любимые. Особенно, когда парашют еще в контакте не трогает. Ой, ну тогда лучше предел прочности включить, там поинтереснее зима. Снег. Там же патроны бесконечные, да, на этой штуке? На чем? Ну, на пушке. P2? И на P2, и... Нет, их много просто. И на той. После Зушки там ящики вроде стоят с патронами. Для Зушки? Под Зушки там 5 патронов каждый, я не знаю. Я потом уже начал стрелять, думаю, да, они бесконечно раз не кончились еще. Ну, там вот. Какие-то ящики у блокпостов стоят. Да, я с оружием вообще-то. Я здесь братская могила возле пукла. Ну, один за всех, все за одного. Там просто парень под пушкой лежал, рядом поднял, сложил. Давило. А, лечит? А ты видишь, там рядом еще, по-моему, тут лежит. А там рядом много кто. И я лежу в том числе. О, точно, можно включить здесь, типа, светлый. Команда А подошла вообще, нет? Блин, на пушке никого нет. Сейчас быстро Азаду напишу в стиме, а у меня в стиме его нет. Блин, печаль. Кому писать? Еще далеко. Иванчику пишу, все. Напиши Аздонику. Скажи, а Иванчик не боится, что попадут выше него в бомбу, и она взорвется? Или прижмет его, я не знаю. Пишу Аздонику, что враг с юга, чтобы они на юг пошли его убивать. Точно не хочет вступить в боя, как он с ними бегает. Да он там, негласно. Негласно боя. Ну вот Прайс же перешел, бесался в боя, вот фигня аудитория. Предать. Может, а вот Сас изнутри захватывает боя? Может.
Паша опять только начал биться, ну ладно. Да. Ты же сказал, починил. Ну, уже нет. Пил новый провод? Верну обратно. Верну обратно. Надо ножницы, Паш, сюда. Точки. Там кто-то сразу по 4 эти штуки стрелял, сигнальные ракеты. И вообще над базой, я только смотрю, прямо на дому летит. Нет, мне, по-моему, отжал сигнал стрелив. А, ну у нас просто в начале боя еще начали использовать зачем-то. А я говорю, зачем он пригодятся очень. Вы там еще одну штуку себе принесли. Прожектор один. Батюшка с оружием. Ну и рядом с ним Абрамс стоит, 190. Да, где они там находятся, даже на карте не обозначаются. Обозначаются на карте. Чуть правее, чуть выше, то есть на северо-востоке. Ой, то есть они вообще... Аэродром. А в основном у нас куда хотел бежать, 20 минут бежать до туда. Сказали ли им, что... Ну, сказали, что за 20 минут миссия закончится. Походу, они ошибались. Да, можно было, ну, обратно бы еще ехать. Обратно они бы успели, но они бы еще приехали и устали. Там нас Доник кого-то расстреливает. Своих? Куст? Да. Азарда убили. Как так? За что? Он же нормальный парень был. Девушка превратился. Ой, тут ломает себя. Маздоник, по-моему, не торт. Я не помню, пушку ищет. Ну это да. Пушки нет такой, что такое? Весь план. По-моему, они грибы собирают. Могут дать. Да их едят сразу. Чё это за оружие какое-то? А, это ПГшка, да? Да. Там еще какая-то ещё вообще... снайперская есть, я помню. Да, и вообще у командиров здесь, у немцев, МП-шки 40-е, я что-то даже не понял. И вообще, командирам прикола никакого нет. МП-40-я, даже ни пластида, ни рации, ничего нет. Смысл вообще такой командир. Что вот, наоборот, в Г-42 с прицелом, если дать на командира, это достаточно вакуумный слой. Ну, я был командиром, у меня было то же самое, что и у всех, этот кары. Не кары, там, Мосин обычный. Они играют как-то слишком так для игр сегодняшних. Тактикуют. Сегодня все быстро и не слишком долго. Вот взял бы, сел форт на пилота, нажал бы сброс бомба. Было бы интересно. Могу написать. Надо, когда они подойдут, это сделать. А там, по-моему, нельзя за пилота сесть. Может. А, нет. Можно? Почему нельзя? Лодим, можно? А у меня на слепу... Или топливо, скорее всего, просто слит. Би-2 там сколько? По 250, да? КГ? Да. Ну. А у него еще, по-моему, спереди стрелок был, нет? На Би-2. Да, есть. Но никто не сидит. А зря, надо написать им. А там тур или она неуправляемая, она вместе с этим самолетом двигается. Тип туры. Какой год сейчас? Не в туры, нары, по-моему. Какой я пушка? Турель. Пропал так еще валяется без озванки, вот так еще не повысотили, не понимает, Александр, что с ним делать. Кричи. Народ на медицину помогает. Написал он, ну окей. Уже написал. Все уже написали. Встречать. А, так не может Пурпова полечить, что ли? Морфин надо вколоть, и наверняка там уже адреналин нужен. Должно не знаю, нашел пушку. Нашел? Смотрит у нее прямо сейчас. Долюбоваться не может. А это как на обходе, что ли? Думаю. Можем бросок на Приштане включить, там интересно.
А его не играли сегодня? Пушка одна, что ли, у вас? Да. Бросок на бедлин или что там играли? Из той же серии. Это... Нет. Постоянная группа идет. Червячки такие. Ой, я помню 20 минут так ползал, когда надо было этот ОТРК взорвать. Я решил не рисковать и ползти. Кстати, ОТРК можно включить. И в конце меня еще прайс убил, кстати. Что-то меня часто прайс убивает, совпадение. Читы. Да, у него читы, автоим на тебя. Так у него при этом в команде одной. Вот до этого так. Он меня убил, когда ОТРК меня убил. Еще кочегар стонет. Потом станк убил сейчас. Грибочки это. Травку не уходит, ползут. И как они ползут вообще? Синхронно практически. А Иванчик как раз слышит. Слышит? Да, он что-то дернулся. Да, просто... Не, если в наушниках то слышит. Ничего не попытаются сделать. Не-не. Вопрос в другом, а с Дони в кого-то? Да он стрелял по кролику, что ли? Угу. Там что-то валяется. Что такое, погоди? Испугался. Труп, по-моему. Там Зушка стоит. А, что там Зушка делает, погоди? Да, у вас надо спросить. Это зря сделал. Вот это он зря, он сейчас может их мандать. Там, смотри, еще тело уезжает, ты видишь? Тело, видишь, уезжает, все время возвращается. Ну, Таздоник, видимо, по нему и стрелял. Так он уже дохлый давно был. Иванчик слышит. Ну, нехуй. Не услышно. А они могут сесть на пушку и самолет с пушки? Могут. Так я и говорю, блин. В этом и суть миссии. Так зачем вы туда тащили? Я вот Пенни уже не понимаю. А если пушки, патроны кончатся. Твои убили? Свои убили. Кто? Свои кто? Люди, кто? Нехер убегать одному. Сука, Рексар. В смысле одному? Задача была орудие взять. Аздоник, пушку не нашел, да? Я твой план, кстати, так и нарисовал еще у себя. Или форт. Как вы будете ходить по западу, и как и зайдете с юга, и... Хочешь прикол? Пушка ворвется. Планировалось заходить не с запада. Ну, блин, с запада обходили и с юга зашли. Не-не, в смысле, у меня по плану с востока должен был, но мы заблудились, короче, с запада. Ну, сорян, я что-то не сделал. Терека Чикар. Александр! Да. Нафиг ты меня убил? Ну, очень я тебя убил? Да, ты меня убил бегущего Камудю, которого я хотел замаслить. Пулеметчик убил-то. Да пулеметчик тоже, Аздоник. Ты стрелял, да? Нет, твой пулеметчик. Не прайс. Кочегар. Подожди, стоп. Сейчас кто бежал? Я кого-то завалил, да. Да, завалил бегущего коррупцию. Извини, пожалуйста, я ничего не вижу. Я сижу просто... Всё, куда пошёл? Давай, договаривай. Договаривай, куда пошёл? Каздоник. Булочный доник, окей. Я, короче, лежу. Преодолеть это препятствие невозможно. Вторая попытка, вторая. Кто ты лежишь? Кочегар. Я подумал, на кого? Я хотел взять это орудие и завершить уже эту миску. Одним движением... Так, знаешь, какая проблема? Никто в нормальном времени не будет бегать по этому, по темному лесу, где кочегар орудие стоят. Иванчик. Чё, Иванчик? Давай, отстреливайся. Чё, Иванчик? Пиком, что ли? Нормально. Наконец-то. О, Иванчик не успел. Рубанулось? Нет, Иванчик. Да. Иванчик, нет, прайс. Еще один. Умри. Все, готов. Живой еще. Аздоник, если бы вы со мной пошли, мы бы... Все, теперь точно все. Ворон, и спи с нами пошел. Я бы вдох. Нормально все, вот подошел.